Здравствуйте, дорогие друзья! Приготовлю жареное варенье из слив. По вкусу это варенье вас приятно удивит. Сливы хорошо помыла. Удаляю косточки, нарезаю плоды на дольки. У меня почищенных слив получилось 1 кг 800 грамм. Сразу все варенье готовить нельзя, варенье готовится небольшими порциями. Я варенье буду варить в два этапа. Первый раз приготовлю варенье из 1 кг слив, второй раз из 800 грамм слив. Я на 1 кг слив взяла 800 грамм сахара. Килограмм слив переложила в сухой вок. Добавила 800 грамм сахара. Количество сахара регулируйте по вкусу. Также мне понадобится сок лимона. Я взяла 3 чайные ложки на 1 кг слив. Добавила сок лимона. Также сок лимона можно заменить на лимонную кислоту. Ее количество регулируйте по вкусу. Непрерывно помешивая, жарю варенье на среднем огне. Довожу массу до закипания. При нагреве сливы пустят сразу много сока. С этого момента до момента готовности жарю варенье 35 минут. Густоту варенья регулируем временем приготовления. Если хотите варенье более густое, готовьте его дольше по времени. Если более жидкое, готовьте меньше по времени. По надобности с варенья снимаю пенку. Во время жарки варенья я его постоянно перемешиваю. Банки и крышки заранее простерилизовала. Готовое варенье разливаю в сухие стерилизованные банки горячим. Герметично закручиваю. Готовлю вторую порцию варенья таким же способом. Вот такой густоты варенье у меня получилось, когда остыло. Оно получается ароматным и безумно вкусным. Такое варенье можно хранить как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравилось, ставьте лайк, делитесь мнением, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного аппетита! Кушайте вкусно! До новых встреч!